Всем привет! Решил пройти игру Subdivision Infinity DX. Честно говоря, не знаю, что это за игруха такая. Ну, с космосом связанная, понятно. Что же ожидать от нее, я не представляю. Версия причем 0.9.34. Скорее всего, они еще какие-то будут в будущем версии. Или помимо есть, я точно, кстати, не знаю. Ну да ладно. Приступим. Начать новую игру. Доклад разведки. Корпорация Light что-то там по добыче ценных минералов. Получен сигнал бедствия с управляющего комплекса М-112. На Альфа Тейдж. Попытки установить световолновую связь не дали результата. Необходимо в кратчайшие сроки установить связь с комплексом на месте. Наемник корпорации с позывным Рейбл-1 назначен на эту миссию. Это типа я, Рейбл-1, наемник. Старт и ракеты вперед. Выходим в открытый космос. Поехали! Воу, гиперскорость. Как в Стартреке прям. База докладывает Рейбл-1. Я на месте в системе Альфа Тейдж. Конец связи. Посмотрим, что здесь случилось. Так. Удерживает W, чтобы двигаться вперед. S, чтобы замедлиться. А D, чтобы двигаться лево-право. Двигаться вверх-вниз. Пробел вверх. Ctrl вниз. Блин, по-моему, мышка слишком чувствительная. Надо резкость, наверное. Хотя, наверное, привыкну. Левый shift, чтобы ускориться. Вау, гиперскорость. Так, мне надо вон туда. Да, я так понимаю. Или где метка стоит? Ага, направляйся к метке, вон прям сказано. Блин. Задача выполнена. Это еще кто? Радиопомехи. Пш-пш-пш. База. Докладывает Рейбл-1. Атакован неопознанными целями. Вступил в бой. База. Так, где мои противники? Вон он. Самонаводящая ракета. Минус один. И еще. Еще одну задачу выполнил. Противника, да? Ага, еще где они? Вон они. Да. Что такое? А, у меня ракета кончилась.
три ракеты. Все пройдено. АВ-2, приветствую, меня зовут АВ-2. Доложи обстановку, где я нахожусь, что это за комплекс? Автономный комплекс управления рудодобывающими станциями. Руду добывать будем. Отсюда был получен сигнал бедствия, меня направили разобраться во всем. Верно, сигнал был отправлен в соответствии с протоколом безопасности. И что же случилось? Все станции Light Edge в системе перестали отвечать на запросы. На меня напали неизвестные дроны, и связь с базой отсутствует. Что здесь происходит? К сожалению, после отправки сигнала бедствия системы коммуникации перестали функционировать. Что-то мне подсказывало, что эта миссия не будет простой прогулкой. Ты можешь наладить связь? Необходимо больше информации, чтобы установить причину сбоя. Неизвестные корабли атаковали меня, когда я попытался приблизиться к станции. Они появляются из портала. Нештатная ситуация. Инструкции отсутствуют. Система полностью автоматизирована и надежно защищена от взлома. Тебе удалось идентифицировать цели. Блин. Нет, они не выходят на связь, их система как будто заблокирована. Звук сирены? Пожалуйста, скажи, что это штатная тревога. Нет, наш транспорт начал движение не по расписанию. Требуется установить причину сбоя. Я установлю датчик на твой корабль, таким образом мы сможем идентифицировать груз. А ты не из тех, с кем можно поговорить по душам. Так, это типа мой корабль. 98-2. Так. Комментарь. Это мое оружие. Не поддерживает с кораблем. Пендулум какой-то. Самое распространенное энергетическое оружие, дешевое и надежное. Улучшить можно? Так, у меня деньги есть. Улучшить. А это что такое? Ракетная установка, оснащена ядерными микробоеголовками. Давай я тоже. А, ее нельзя улучшать. Давай пушку улучшим. Еще. Прям по максимуму. Ага, все. Почему нельзя улучшить еще? Полторы. А, у меня вот эти набор улучшений закончился. Распространенный товар, который можно продать на рынке для переработки. Кристаллическая материя дорогая и очень редкая. Так, компания. А, вот проходить миссии здесь. Я сейчас на Альфа Тейдж. Прогресс в локации 1/5. О, потом улучшение может какие-нибудь крутые ставить. Пулемет всякий, ангар. Также вот беспилотники. Ой, в смысле, пилотники. Я же не ищу. Ладно, денег нет. Так. Компанию погнали. Так, сигнал бедствия я выполнил. Неопознанный корабль. Уничтожить транспортный корабль.
можно ближе прям подлететь, пушку завалить. Оу, уничтожил. Так, кто здесь? Почему я узнаю только сейчас, что этот транспорт оборудован системой защиты? Мне пришлось его уничтожить. Транспорт тыры-пыры, ему капец пришел. Идем дальше. Да, данные у меня... Да, но мне нужна помощь. Ну вот опять. Спасибо, что ты желаешь удачи. Так. Ага, набор улучшений нет. Понятно. Так. Отмена. Опции. Я поставил легко, сделаем нормально. Будем на нормальном. Глушилки. Уничтожить глушители сигнала. Так, как, с какой начать-то, я не знаю. Еще одного надо. Так, еще одну глушилку уничтожил. Ракеты кончились. Прием. Ух ты, откуда так меня жарят? Вон он. Сейчас догоню. Все, свалился. Так, где ты глушил? Вон там что-то. Вот он. Нет. Где это глушил? Выполнено.
Так, уничтожить противников. Джедаи, темная сила, я вас валю, я на белой стороне. Улетишь от меня? Не улетишь. Мало мне обычных дронов, теперь еще и сторожевые. Так, у нас пополнение, я подбитый. Направляться к метке. Скорость заканчивается, там он, ладно, справа, сверху пополняется. Уничтожить глушители. Ага. Еще стоят. Так. Противника все больше и больше становится. Ракет ничего нет. Чего это? Откуда меня так вонят? Эх, ты сбил прям на таран, мне пошел охереть, блин, на таран на меня. Так, отлично, где глушилка? Вон он. Задача выполнена. Ага, новая, уничтожить противника. Данные транспорта проанализированы. Грузом числится элемент 122. Минералы. Че, у меня 13 тысяч? Ой, я могу улучшить. Плюс одна ракета. Пушку лучше свою. Так, а в магазине вот эти вот пушки типа урон 25, это 210 уже. Обычный бластер, низкая скорострельность, но большой урон. А у меня так энергетическое оружие. Ладно, давай-ка наше оружие прокачаем прям по максимуму. Третий уровень. Зачистка
несколько секторов. Погнали. Взять контроль над ситуацией. Уничтожить два аванпоста. Нихера там их сколько. Так, ага, туда и сюда мне надо. Давай вот сюда зачем. Оп, сразу самолеты пошли. Так, где еще один? Он меня сейчас сзади зайдет, будет бомбить. Любят неожиданно нападать. Все. Быстрее! Есть! Она разворачивается. На своей пушке. Че, кто еще за мной кого-то выстрелил? Нет, здесь. Блин, врезался. Ракеты с первого раза он не уничтожает. Так, уничтожить два аванпоста. Теперь глушить вот эти. Ага, просто надо было поближе подлететь. Не доставал. Один есть, летим на второй. Ух ты, вон надо вон к этой. Вот это сначала пулемет уничтожил. Блин, надо отходить, короче, когда начинает стрелять, прям маневрировать. Оба, дроны. Точнее, не дроны, блин. Почему я дронами называю? Там тоже, типа, чуваки сидят, но они против меня здесь. Так, еще что-то где-то. Ага, вот здесь что ли? Нет. А, вот, вижу обозначение. Так, инвентарь. Чё, пушку надо теперь вот эту улучшать будем. Пока нельзя. О, схватка с боссом.
А, это исследование первое. Погнали. Уничтожить боевой корабль. Ты, ну прям таранит, блин, где он? Броню у него практически сбил. Его вон эти, надо вот эти вот уничтожить. О, уничтожил, ладно. Блин, корабли еще здесь. Все, есть, один есть, где еще один молот. Еще один готов. Вижу, не уйдешь. Что, меня подбили, что ли, да, походу? Вон он. Блин, там еще кто-то. Штучки надо подбирать, короче, вылетает, который. Вон она. Ее подбирать надо. Оп, это набор улучшений, только я не знаю, что пока. Скоро узнаем. Заранее, блин. Чуть-чуть. Блин, мне типов не половин, я. Не, я выиграл. Отлично. Новая задача. Направляйся к порталу. Вот. Оп, что-то подобрал. Вот к этому порталу что ли? А, нет, вот. Все, что-то взял. Теперь метку. Метки летят. Оба, они разгонятся, самое главное. Круто. Следует локацию, чтобы найти чертежи эксклюзивных кораблей.